Всем привет! Как, ребят, настроение? Ребят, сегодня хочу вам рассказать о своих моделях. Вот модель ножа Акела. И как бы отдельно покажу вам литье, которое как бы вы любите, которое постоянно тоже делаю, но не так часто, как бы, да, получается тут обзоры снимать, потому что надо отправлять. Ребят, давайте покажу вам по порядку. Первый нож — это нож Акела, клинок. Выполнен он из алмазной стали, как видите, да. Это сталь именно для долгого реза, как бы ее преимущество, да, потому что в ней большой процент углерода. За счет этого она имеет такой агрессивный и как бы долгий рез. Единственное, что ей не рекомендуется какие-то ударные нагрузки такие выполнять, потому что как бы, да, ее предназначение именно долгий рез. Клинок, как видите, такой остроконечный, дол присутствует, да. И рукоять здесь не травмоопасная, упор, гарда. И отдельное внимание заслуживает как бы пятка ножа, либо тыльник, кто как его называет. Это художественное литье. Я думаю, вы узнали. Это существо из фильма «Чужой». Такой вот зверь, такой вот агрессор. Кого заинтересовало, ребят, можете обращаться. Впереди можно поставить что-то другое, а голова будет вот такая. Берут его на подарки, берут его для коллекции, берут его для работы. Просто художественное литье, оно как бы такую красоту дает ножу. Так, следующий нож, ребят, тоже выполнен из алмазной стали. Как бы это все в один заказ как бы я делаю, да? Вот, как видите, тоже дол, такая взрезка. Щучкой. Рукоять выполнена из бересты с проставками из коричневого граба. Очень теплая, очень удобная, там на морозе где-то удобно поработать. Так, ребят, и отдельное внимание здесь тоже заслуживает художественное литье. Как видите, здесь такой вот монстр, которого уничтожил Арнольд Шварценеггер в фильме «Хищник». Я думаю, тоже вы смотрели этот фильм, да, и он вам понравился. Ребят, вот такие вот две модельки, которые я подготовил на отгрузку, на отправку. Если вас что-то здесь заинтересовало, клинок можно любой, сталь можно любую, да, из доступных. Клинок Акела такой вот универсальный, функциональный, как бы, да, и красивый. Ребят, вот такие вот модельки, еще раз вам говорю, «Чужой» и «Хищник». Заказывают их и для коллекции, еще раз повторюсь, и для работы, для подарка дорогому человеку. Ребят, кого заинтересовало, обращайтесь. Кузница Акела, ножи для хищников и чужих.